Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на многофункциональный электроренноватор Hilda 220 вольт 250 ватт. Две комплектации в магазине AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 24 марта 2019 года. Итак, отправка из России существует или нет? Сейчас мы это проверим. Не существует отправки из России. Не активируется комплектация. Из Китая активируются две комплектации. Итак, бесплатная доставка в Россию. Первая комплектация 51 доллара 34 цента. И вторая комплектация 60 долларов 62 цента. 75 заказов, кстати говоря. Так, теперь смотрим стоимость доставки в другие регионы. Беларусь. 17 долларов 27 центов. Ну вот, как-то так. Теперь Казахстан. 139 долларов 32 цента. Ну, это как-то не так. Как для меня, это как-то не так. Неверно это все. Неправильный мед и неправильные пчелы. Так, Украина 13 долларов 71 цент. Нормально, сносно. Ну, вот такие суммы за доставку. Каждый регион, она своя. И две комплектации. Цены вы уже слышали. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента.